В Щелкове планируется высадить новые деревья. Посадка елей и яблонь будет приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Голубые ели посадят на Пролетарском проспекте возле Аллеи памяти. Обсудить, как лучше расположить новые деревья, приехали представители Совета ветеранов и администрации городского округа, а также депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он сообщил, что в Подмосковье с инициативой высадить деревья в памятных местах выступили члены регионального парламента. Инициатива была поддержана руководством муниципалитета и ветеранами. Очень хорошо. То, что вот эти посадят ели одно, и до второй это одно. Здесь в середине планируют сирень подвести. Но для этого, что здесь вот за грунт, он какой? Пообещали, пришли к выводу, навозить сюда хорошие земли. Земли, начиная от этой вон дорожки и до конца. И посадить какой-то здесь сирень будет, там ели будут. Ну, как они вот планировали здесь, планируют. Будет замечательно. Мы согласовываем, во-первых, с проектировщиками, обязательно с ними обсудим этот вопрос в рабочем порядке, с ветеранской организацией, ну, естественно, с администрацией. Если у кого есть свои мысли высказать, пожалуйста, у нас еще есть время до мая месяца. Посадочный такой сезон будет где-то по условиям природным, наверное, конец апреля, начало мая, чтобы здесь вот заложить эту аллею. Владимир Шапкин рассказал, что к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, помимо посадки голубых елей на Пролетарском проспекте возле Аллеи памяти, планируется вернуть 12 яблонь на то место, где они росли раньше. Вторая часть этой задумки около РДК на площади Пушкина, где мы провели благоустройство. Там есть оставшаяся территория газона, и по просьбе в том числе жителей, ветеранов, там был яблоневый сад, который был посажен еще вот в прошлом веке. И есть предложение закупить яблони такого же 5-летнего возраста, готовые, не просто там хлобыстинки, которые сломают, а солидные, и высадить там яблоневый сад. Акцию планируется наполнить еще и дополнительным смыслом. Есть предложение каждому из новых деревьев присвоить наименование по имени и фамилии в честь щелковских участников Великой Отечественной войны. Торжественная церемония посадки новых деревьев станет в Щелкове одним из мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.